Пользуясь случаем, хочу показать, как выглядит краска болота. Ну, классическое болото, то, что вы видите часто в магазинах. Зеленый цвет, болотистый. Показываю просто, как оно выглядит, потому что у меня это не для продажи, ну, изделия. Краска на продажу, изделия нет. То есть я просто покажу, как оно на грузиле выглядит. Обычной горелкой прогрел немножко. Ну, желательно банку с это банку окунать, где идет воздушное нагнетание воздуха, чтобы краска тонко легла на груз. Или порошковым пистолетом красить. Специально оборудованную. Ну, краска очень быстро ложится на груз, горячая, и сохнет. Вот эти крючочки продаются вот в эпицентре для рыбы сушки. То есть они недорогие, можно купить, они очень удобны для покраски грузила. Так, сейчас еще вот одно грузило нагрею. Ну, то есть люди, которые не хотят заморачиваться по поводу цвета краски, какую выбрать, чтобы не прогадать светом. То есть, как правило, убирают зеленую, что это классический цвет, темный. Ну, темный зеленый, обычный зеленый сейчас. Продую. И с этим цветом ошибок не будет, потому что это самый ходовой цвет, как, ну, для карповых грузил. То есть, большинство грузил красится именно цвет болота, зеленый. Ну, надеюсь, было видео полезным. Если кому-то понравилось, ставьте лайк.